Здравствуйте. Рима. Максим. Максим. Здравствуй, здравствуй, Максим. Моя жена Ниола. Значит, мы что, сразу скажем так. Ага. Смотрим тебя. Круто. Круто. Да, и в один день думаю, надо тебя пригласить. Ты в Чикаго. Думаю, вот все, что еще не показал, можешь здесь показать. И ночью, ну, вечер, и днем, и ну все, что здесь творится, и что можно достичь, как ты там везде все говоришь, что можно покупать, юзать, иметь. Так вот, мы много вот тебе расскажем, и ты можешь рассказать людям, что здесь творится и что можно здесь приобрести здесь, в Чикаго. Супер. И ну, увидеть. И чтобы ходить по реке. По озеру. По озеру, да, да, да. Да, да, да. Круто. Это ну, вот такая. Какой размер? Да, ее? Это CNC. Это канадская. 36. Если ты там 36. смотрел, думаю, что ты знаешь из этих, да? Это канадская яхта. Это пол рейсовая, пол круг. Круизная, да. Она спешл, ну, как говорится, быстрая. Быстрая, да. Она валит. И сегодня будет хороший ветер. А как сегодня? Покажем, вообще по ветру, что он показывает? Что она может. Ага. И чувства. Да, очень много она может. Но у нее паруса, ну, этого не спортивных изделий, знаешь, не сегодняшние дни. Но что она имеет, это хватает. Но у вас это получается как удовольствие, то есть вы, получается, имеете эту лодку, нет, да? Нет, мы работаем с ней, мы чартеры, да, мы людей делаем такие, ну, сейлинг, прогулки, типа, прогулки, по парусам. Да, там два часа, самое меньше, и сколько ты хочешь. Вот, здесь бывают эти салюты, знаешь, да, да, верно, да, да. Среду и... Ну, сегодня же должен быть вообще мега какой-то. Сегодня будет, во, и будет сегодня, четверг, сегодня, да? Четверг, а, вчера было, сегодня будет и субботу будет. Значит, есть такой план, как ты захочешь. Сегодня есть такая женщина, мы учим, делаем яхты и... Вы, как говорится, помогаем людям научиться, как тебя учили. И, ну, мы уже сразу находим яхту, ее работаем, и человеку уже, как говорится, он с яхтой. И тогда круто. Начинаем мы его так учить, по чуть-чуть. Это супер, да, да. Ну, да. Они сами учатся почти, все мои приемники. Сколько вы уже лет на море, на воде? Сколько мы? О, мы, я из, сам из Литвы, жена тоже из Каунаса, и мы уже... Ну, я с детства занимаюсь этим. И здесь, я не знаю, может, уже 26 уже корабль прошел. И делаем, строим, ну, как строим, ремонтируем побитые, утонувшие такие всякие. И все здесь? Да. А как же сезонность? Все же ну, зимой надо поднимать все? Ну, заделаешь, я тебе покажу, как можно делать яхты зимой. Так, давай гостя пригласи да. уже. Он ну, давайте. Он делает интервью, там делает. Шел процесс, да. Отвинтать. Давно я уже не плавал. Да, вот я слышал, что ты там, говоришь... Не ходил. Говоришь, было хорошо выйти. Thank you.
наш постоянный клиент. Бывают здесь волны какие-то? Да. Серьезно, да? Ну, шквалы тоже набегают, да, здесь? Серьезно? 40 узлов фигачит? Майлов сейчас ветер. Вот. Ну, бывает всякое. Очень опасный озеро. Значит... Вчера был туман. Поехали фейерверки смотреть и ничего не видели. Вот здесь вот стояли, и там фейерверки, и ничего не видели. То есть, получается, два раза в неделю есть фейерверк, да? Да? Интересно. По средам и по субботам. Прикольно. А как у вас по укачиванию? Нету ничего такого, то есть не чувствуется, то есть подташнивание, что-нибудь такое? У нас все хорошо, да, у вас нормально. Людям бывает, что... Есть, да? То есть таблеточку какую-то даете или как? У нас есть, но когда они приходят уже поздно, да, ага. Надо заранее, да, да, да. Заранее, да. Так, которые знают, они принимают. Угу. Ну да. Но бывает, что и там, знаешь, все радуются, голова рвет, и все, да, да, да. Еще, она очень просторная, я смотрю вот даже здесь. А как еще раз модель у вас? Как называется? Да, лодка, да. Сейчас. То есть по высоте? 36 фит, 80-й год, друзья. То есть у нас... Так и на этого. Си-Си, 36. Си-Си, ну да, да. Но это хорошие лодки. Считаются хорошие мореходные. Да, они, но они не мореходные. Главное, что высота здесь позволяет, то есть 1.80-1.90 может стоять центральная каюта, видим у нас здесь. Кстати, каюта, конечно, здесь она уменьшается, видим, что качает, то есть высота уже примерно такой же принцип, как у меня. Здесь, наверное, будут танки. Здесь у нас находится... Двери. Ага, да, двери закрываются. Видим, что есть различные рундуки с потайными ручками и открывашками. Видите, тут такая фигнюшечка. И... Погоди, да. Угу. Так, здесь у нас санузел. Здесь стоит уже помпа. Очень вкусно пахнет. Вентиляция, что тоже очень хорошо и удобно сделано. Вообще, вот такой туалет, как бы, ну, он удобный. Видим, что крючок. Здесь у нас тоже рундуки. А туалет здесь сразу, скорее всего, и душ. Да, вот. Место, получается, у нас самой ручки душа. Вот, видите, эта фигня сливается внизу. Здесь под паёлой уже есть, стоит вот такая фигня. То есть помпа, которая и закачивает воду вниз. Это, кстати, самый низкий центр. Ну, точнее, не самый низкий, это неправильно сказал. А здесь еще столик, да, может устанавливаться, получается? Да, но я здесь так сделал, что не, ну, здесь не было. Очень большое пространство дышится, да, очень было легко. Странно. Очень странное ощущение находиться и опять на лодке, да. Давно этого не было. И да. На самом деле они смешаны. То есть ты и кайфовать начинаешь. То есть от того, что, блин, у меня же была когда-то лодка. Это очень прикольно. Видим, что здесь есть и кухонка, плита шарнирно действующая. Здесь у нас, друзья, я так понимаю, что холодильник. А нет, это у нас... Ага, это раньше руднук, видите, под аккумулятор его сделали инвертор. А там, получается, уже холодильник. Здесь... Одно спальное место, да, два спальных места, и сзади еще есть, видите, так называется гробик, это еще спальное место. Чувствуется, как подукачивает немного. Смотрите. Прикольно. Мы вот этот не пользуемся, потому что вот взяли этот и сделали. Здесь холодильник у вас получается? Такой самый, как у тебя, холодильник. Угу. Да, большой, но кстати. Не с ледом. Ага. Знаешь, да? Да. Лед покупал. Угу. Здесь приборки, шкиперский стол. И тут получается на одного человека примерно, да, у нас спальное место. Здесь один человек, здесь ставится вот это. Такая штука, и тут на два человека. И один может здесь спать, естественно. И там один. И впереди. Ну. Здесь так, один здесь, другой здесь, например, ага. Как здесь. Ну да. А что за двигатель стоит? Здесь верма. Джампа.
Как у тебя там был континентальный или какой-то? Universal. А здесь Ямар. Ямау, хороший. Да, это 30-метровый, 30-метровый. Ну, все могу помочь, могу тебе. А где находится? Давай, поднимешь? Ну, конечно, да, легко. Как у тебя силы? Так, раз. Делай это два, потяни еще и там поставь на стопор? На клам, да. Ага, сразу сколько еще? Клам. Все? Да. You got Pandora? I have Spotify Premium. But you have YouTube also. It's whatever, and Pandora is just a normal one. Как странно. Ага. Sorry. I'm sorry. И сколько стоит вот так такой на 2-часовой тур? Чтобы... $120 в час. Ага. Да. Неважно, сколько человек или какое ограничение есть? До 6 человек. До 6 человек. Ага. Угу. У нас такой, как лайсенс такой, бизнес-лайсенс, как называется. Ага, ага. $120 в час в будние дни или днем по субботам, воскресенье, а когда фейерверки, тогда $130 в час. Угу. Нормально, то есть получается. А вообще, где вы ставите свою лодку? Она стоит здесь на Муринге? Да, здесь на Муринге. То есть, получается, если вы забираете человека, вы идете на этот фридок, забираете их людей и уже пошли тур делать. Да. Нормально. И вот так 2 часа. И как вообще вот люди, насколько это, как я помню, столкнулся с таким вопросом, что большинство людей говорят, мы хотели бы на яхте походить, и они им даже пофигу, на парусное это или моторное, то есть многие не понимают. Раньше было такое, что люди не понимают, что они совсем, но сейчас уже много людей уже знает, что будет парусная, что с парусами, не зная, сколько будет, мы делаем такое, что безопасно, чтобы яхта более нормально ходила по-своему, чтобы не валила. И... Но есть такие люди, бывали, может, случаи, когда мне человек один рассказывал на Кубе, что, говорит, вот тоже женщину одну посадили, они купили лодку, муж купил, они посадили жену, отъехали, в океане вышли, ее пару раз качнуло, она сказала, все, вон берег, давайте меня туда высаживайте, я пойду пешком, Как бы такие бывали случаи, что такие прямо люди там? Или они все же, когда человек хочет идти на яхте походить, то он все же осознает и понимает, что это такое? Просто бывает только тогда, если их качнет. Так никаких испуганных еще не было. Когда тошнит, тогда уже люди не хотят. То есть рекомендации, если ты тебя, например, в самолете тошнит или в машине, тебя потошнит, лучше выпить таблетку. Да, перед переходом, как говорится, дома... Час перед этим надо выпить эту. И тогда нормально можно будет. И все, и никаких не будет. Никаких. Если только у кого-то там в машине, или автобусе, или самолете это было, или корабле, сразу надо таблетки. Пить, а не пытаться там показывать, что я там могу. Все верно.
А так вот вы сказали, что еще также помогаете с выбором лодок здесь. А мне говорили, что якобы можно с Мичиган без проблем выйти и в Тихий океан, в Атлантический океан и выйти в Мексиканский залив. Типа даже два через, есть путя. Через канал и в Миссисипи и спуститься вниз. Ну это и... далекий путь довольно-таки, это, да? Там неделя или... Нет, две недели, я не знаю. Но это надо уже... Это все ходит осень, да? Ну, сентябрь там люди отсюда приходят сюда, в Чикаго, и отсюда их снимают мачты, и потому что надо снять мачту. И мачты или на свою яхту делает специально так вот ложит, или собирает... типа группа там наша, потому что очень много людей. То есть так с мачтой ты не можешь пройти здесь? Нет. То есть низкие мосты, да, потому что? Да, 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 везде там и мосты, и все. Все. И ты, они делают так, как и ты делал, солнечные батареи, лодочку маленькую, двигатель, и чтобы до берега, если что, добраться. Мачту на яхту или мачты, есть там контейнер, собирает яхты и потом платишь деньги и их привозят туда уже, отгоняет. Это все, как говорится, есть карты, как это достичь, как идти. Ты можешь даже какой-то группе, ну, там бывает 2-3 человека, идет 3 яхты, да. И с ними пойти туда, договориться. Ну, идешь уже как фактически моторка, правильно? Ну, это да, и моторка, и очень трудно, очень трудно. Кто не пробовал, там такое, что ты ночью, там эти идут большие суда, грузы, там, и они с этими лампами ночью, ну, они стараются так, днем идти, вечером остановиться, знает, где остановиться, и потом вот так. Ну, это типа как сайт такими, этот, Active Capitan. Да, такими тык-тык-тык. Маленькими трипами. Типа. Да, трипами. Они ночью не ходят, потому что... Ну, это тоже, наверное, тур, да? Туры, наверное, вот как вот, или скорее свои? Показать такую фишку, что сейчас на данный момент, смотрите, за штурвалом никого нету, и мы идем в одном направлении, и мы не ведем никакого управления, у нас нет автопилота, то есть лодка просто сама себе идет, сама гуляет. Покажи наверх вот этот мачта. Подождите. Вот этот, стрелка показывает. Стрелка вот она вот на таком уровне, вот можно смотреть и понять, что яхта идет прямо на курс. Да, то есть она не теряет, не заваливается ни влево, ни вправо. Это очень прикольно. Да. Хорошая скорость. Вот сейчас мы набрали хорошо. Галс.
Оп-оп-оп-оп. Вот как вы относитесь, как говорят люди, плавать? Или все же надо ходить? У нас на литовском языке это по-другому не скажешь, как только плавать. Ага. А вот когда говоришь по-русски, тогда надо ходить. Вот по-английски же тоже такого нету, что плавать. То есть у них только то, ну тоже плаваешь. То есть, да. Типа, да? Сейлинг, да, типа. Sailing is sailing. Плавать это swimming. Ага. И когда говорят иностранцы, они говорят. Давай пойдем swimming на вашем корабле. Ага. А, то, да, потому что они знают одно слово плавать на корабле. Если неправильно говорят, если не ходить, ну вот и она говорит. А как же там по-английски ходить? Cross? No, it's there is no such thing. No, it's just sailing or boating. Boating. Sailing. То есть sailing это как парусная лодка или парус, а бодинг это лодка, опять же, тоже. Тоже моторная. Да, моторная лодка, бодинг. Прикольно. Ребят, если вы вдруг захотите в Чикаго походить под парусами, то милости просим. Как вас найти? Наш веб-сайт называется Sailing Lake Michigan. Я оставлю его под видео ссылочку. И можно это, в принципе, забронировать и в любой день, в удобный, да, пойти погулять. Садитесь, как на пикник, принесите, что хотите, выпить. Кушать, и, пожалуйста. Да, со своей семьей. Купаться можно, но только с жилетками. Угу. А здесь, кстати, как Coast Guard или какой-то есть полиция? Есть, да? Есть Coast Guard. У нас уже 12 лет никто никогда не остановил. Никто никогда не зашел на. Ну вот, так что, друзья, если хотите прикоснуться, и это ваша мечта, то милости просим. Боится. Мы спасаем птичку фактически, или она сама спасается. О, держись теперь. Это деревянные, друзья, деревянный кетч. Но состояние у нее очень классное. Вау, ширина какая, деревянная яхта. Да. И вот мы уже почти в центре. Смотрите, какие красивые фонтаны. Напомню, сегодня 4 июля 2019 года. А это, кстати, музей. Вот он, музей.
Вот это, интересно. Ну, сделали яхту вот эту, ага. Ва, вторая, вот это, ну, катер и вторая. Ва. Ага, да-да-да. А вчера ушли и заглохли, знаешь, испугались, в общем. Так Ниола с другой яхты подошла, ага. Там поучила, и они вернулись. Но у него подвесной мотор, да, получается? Это 30-25 фит. Ага. Хорошая яхта тоже. Это Каталина, знаешь. Угу. Ну, для новичка, в принципе, тридцаточки, если на озера, да, то ее с головой, вот, правильно? У меня есть вот 28, это то как есть хорошая. 30. Ага. Жопа широкая и жопа. Угу. И впереди вот хорошая, знаешь. Где есть хорошая. О, нормально. Яхта. Понтончик такой. Все ждут, я. Все ждут. Фейерверков? Для тебя хорошо будет и в городе. Ага. Все ждут ракету. А это вот это как раз такси местное, да? То есть это которые, да, вот подвозят. Такси, которые подвозят. То есть когда вы здесь становитесь членом или мембером, вы ставите здесь лодку, $40 за фит на муринге в месяц, и у вас будет возможность еще также ездить вот на таких лодочках, то есть вас довезут на ту лодку. И друзей. А, можно привозить без, все. Без денег. Бесплатно, да. Бесплатно. Ну вот мы сейчас видим, даже вон она пошла, лодка. А вон там наш мотик стоит, кстати. Надо будет помощь? Я думаю, что... Четко? Идеально. Прямо вообще так аккуратненько. Все легко. Три года назад я начала старый руль. А тут без уток просто? Еще? Еще надо или? Тянуть больше? Нет, немножко больше. Мне было очень приятно познакомиться. Спасибо за движение. Спасибо, спасибо большое. Так что, ребята, заходите. Ну и спасибо лодке. Спасибо.